пришел, все честно, что называется, на живую нитку. Геннадий Викторович вспомнил про Еву Польну, которую, как говорил, он все время валит. Вот, пожалуйста, сейчас на эту сцену мы приглашаем Еву Польну, которая выйдет в мужском образе. Она даже подумывает, не завести ли ей дежурную бородку. Все-таки в третий раз мужчиной становится. В данном случае Михаилом Шафутинским. Сегодня Михаил Шафутинский. А что такая нежная лирическая поэтесса должна с собой сделать, чтобы войти в образ умудренного опытом, годами бородатого мужчины? Михаил – это легенда шансона, целый пласт культуры. Мне оставалось только выбрать песню, которая подходила мне вот душевно. Вроде бы откуда новая посуда, но соседка этим гостем дожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Вот эту песню как-то, он как-то так рассказывает, как на кухне. Душевно он рассказывает, ну душевно. Да, очень душевно. Как ни странно, при всем при том, что вроде как он статичен у микрофона, все равно есть, в нем какое-то есть внутреннее движение. Вот он есть в этой истории, да? Ну это прекрасные стихи, движение, душевная музыка, такие. И даже борода, которая вот у меня будет в этом номере, не помешает мне с женской душой в мужском образе это все исполнить. Надеюсь, что у меня получится все-таки затронуть зрителей за живое. Снег под утро ляжет, и неплохо даже то, что в доме не наточены ножи. Приглашаем тебя в люльку нашего волшебного подъемного крана и говорим: до свидания, Ева. Здравствуйте, Михаил Шафутинский. Теперь он не спит, все скрипит.
плохо даже то, что в доме не наточены ножи. Снег под утро ляжет, и неплохо даже то, что в доме не наточены ножи. Михаил Шуфутинский. Значит, друзья мои, у меня к тебе вопрос сейчас не как... да, не как Шуфутинскому сложно. Что ты сама чувствовала, когда ты видела трансформацию? Ты вот спишь во время того, как тебе делают грим, или ты видишь, что с тобой происходит? Или ты просыпаешься и... Мама, кто это? Как это бывает? Я пытаюсь, конечно, не видеть, но вот я предвосхищаю остальные тапосы, хочу сказать, что бороду я сниму, а Шуфутинского из себя я вот так просто сразу не смогу, понимаешь, вот вынуть. Ну, спасибо. Давайте поблагодарим музыкантов Михаила Шуфутинского, спасибо. Ну и, собственно, тогда вопрос к членам жюри. Есть ли, на ваш взгляд, Шуфутинский? Люся. Сразу ассоциация с Соединенными Штатами Америки, Брайтон-Бич, и вот эта вот нега Истома, и абсолютная вальяжность, спокойствие, свобода, некое безразличие. Очень невероятно сложное, конечно. Сейчас можно говорить какие-то речи, но когда ты видишь вот такую метаморфозу, просто диву даешься. И это просто героизм выдержать это все на женском, извините, лице. Ева, просто за это, понимаешь, тебе 15, 16, 20 баллов просто. За попытку очень сложно поймать этот тембр, невероятно сложно, потому что он неповторимый, и иначе это не был бы Шуфутинский, его узнают, просто закрыв глаза. Но за попытку огромное спасибо. Ну, я просто хочу, вот ты понимаешь, что вот если я примерю шляпу, или вот, например, Саше дам, вот примерь, пожалуйста. Это, кстати, шляпа Никиты Михалкова. Я с удовольствием примерю. Пожалуйста, смотри. Так, оп. Шуфутинский? Нет. Нет. А вот там Шуфутинский. Ты знаешь, что это шляпа-невидимка? Вот ты сейчас одеваешь, а тебя не видно на экране. И не слышно. Специальная шляпа для жюри. Оп. Ева, 12 баллов. Ева, а... Не, великолепная работа. Я вот с Люсей соглашусь. Я представляю, какое количество времени ты сидела и вот это. Она вся... не сидела, она лысела. Ты лысела и вот здесь сидела. Да, очень тяжело было снять потрясающей красивой девушки Михаила Шуфутинского вокально, а вот визуально получилось. Все получилось. И я даже, знаете, вспомнил очень такая интересная пародия на моего одного знакомого, когда он услышал эту песню, он написал: «Он мужчина разведенный молдаванами в Твери на 700 рублей». Ну, это такая была очень забавная пародия. Вот, Ева, я восхищаюсь твоими вот перевоплощениями, особенно в мужские образы. Спасибо. 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 Любовь Казарновская. Мне кажется, что надо тональность было поменять. Плевать, пусть она будет повыше, но что тебе не удалось сегодня? Именно... Меняли раза два, понимаете, да? Как-то все искали. Да. Решили остаться на этой все-таки. Да? Да, мне кажется, надо было поменять, потому что, понимаешь, что произошло? Произошло следующее, что ты тембром не попадаешь, тебе тяжело, тебе низко.
ты бухтела там внизу, прости за выражение, да? Но, Ева, вот я говорю, что актерски ты попала просто в десятку. А вот вокально, вот именно мне кажется, что вот это не попадание в тональность и тяжесть того, что вокально ты боролась сама с собой, вот это вот получилась такая вилка. Ну что, ну бывает. Nobody's perfect, да? Как говорят на Рязанщине, да? Никто не совершенен. Геннадий Викторович? Должен сказать, что у меня к Еве вообще никаких замечаний и претензий нет. Но дальше мы попадаем в очень сложную ситуацию. Еве выпадает Шуфутинский. Но она же не может гормональный сделать фокус в себе. Понимаете, за неделю, за месяц, понимаете? Может быть, ей надо было операцию еще предложить по смене пола, понимаете, сделать. Тогда, может, у нее опустился бы... Но что мы ждем? Я никак не могу понять, что можно ждать от женщины с красивым своим тембром голоса, чтобы она была один в один похожа на Шуфутинского. Или... Но она же была похожа на Меладзе. Она а у была Меладзе похожа... другая тесситура, извините, что я выражаюсь да, вашим языком. Да, и она была похожа на нашего любимого товарища Титомира. Так, заметили? Не я первый сказал. Ни одного слова больше про него никогда не скажу. Дай Бог ему здоровья. Итак, у меня никаких замечаний к Еве нет. Спасибо. Спасибо большое. Это была Ева Польна, которая представила в нашем шоу Михаила Шуфутинского. Эх, друзья, да чё?